Федеральные власти окажут помощь пострадавшему от наводнения Приморью. Президент России Владимир Путин поручил министру МЧС России Александру Куренкову и губернатору края Олегу Кожемяка оформить все документы для оказания помощи пострадавшим от наводнений в регионе. Об этом заявил глава государства на совещании с членами правительства. Глава МЧС подробно доложил о паводковой обстановке. Президент поинтересовался, что необходимо Приморью, чтобы оперативнее устранить последствия наводнения. Какая-то помощь ведомству нужна дополнительно? Значит, ведомству не нужна. Приморскому краю, я думаю, что понадобится финансовая помощь. Пострадавших немало. Я разговаривал с губернатором, им понадобится. Значит, вы тогда вместе с губернатором и организуете соответствующий запрос, оформите все, что нужно. Вам понятно, что нужно делать в таких случаях, и сделать нужно как можно быстрее. По словам Олега Кожемяка, помощь будет направлена на выплаты пострадавшим гражданам, на финансирование аварийно-восстановительных работ по дорогам и домам. Для региона эта поддержка очень нужна, подчеркнул глава Приморья. Вчера на селекторе министр МЧС Александр Вячеславович Куренков доложил президенту Владимиру Владимировичу Путину о ситуации в Приморском крае. Вот мы неоднократно разговаривали с министром МЧС о необходимой той помощи, которая нужна сегодня региону. Эта помощь должна быть направлена и на выплаты гражданам, и на проведение всех аварийно-восстановительных работ и по дорогам, по объектам, по домам. Вот, президент дал поручение соответствующее подготовить необходимые документы. К сожалению, не везде еще сошла вода, не видны последствия, но в течение следующей недели такие документы будут подготовлены и направлены в соответствующее ведомство для оказания помощи. Могу сказать, что до этого у нас состоялись разговоры с министром финансов Российской Федерации Антоном Германовичем Силуановым о оказании мер поддержки, с министром Дальнего Востока Алексеем Чекунковым, с полномочным представителем Юрием Петровичем. Вот, все меры поддержки со стороны федерального центра после подсчета будут оказаны, и, безусловно, никто из людей не останется без внимания, без помощи. Для этого на местах работает административная комиссия, которая будет устанавливать сумму, размер ущерба и оказывать адресную помощь каждому пострадавшему жителю. Для нас эта поддержка очень нужна. Край серьезно пострадал. Вот, сейчас мы работаем на севере края. Прошел тайфун. Вот по побережью, по восточному, сильные осадки, Тернейский район, выдвигаемся туда, поэтому будут приняты все меры для восстановления дорожного полотна, для оказания помощи людям, так же, как и в других районах.